Всем токенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе ваша любимая рубрика, а именно долгожданная прокачка аккаунта подписчика. И в этом ролике, ребятки, по старой доброй традиции мы с вами снова же запускаем такой же розыгрыш, где для участия вам нужно быть, во-первых, конечно же, подписанным на этот YouTube канал, вам нужно поставить лайкосик, и вам нужно, конечно же, оставить комментарий, где вы укажете свой игровой ID. Плюс к этому вам нужно открыть подписки, потому что я буду это проверять. Если не знаете, как открыть подписки, ребятки, забейте, пожалуйста, в YouTube. Ну и да, самое главное, ребятки, подпишитесь на телеграм-канал, потому что прямо сейчас я зайду в телеграм-канал и сделаю пост о том, что я выбрал победителя. И у победителя ровно 24 часа на то, чтобы он принял запрос друзья, потому что если он его не примет, тогда я сделаю переигровку. Напоминаю, я никому ничего не пишу, я просто кидаю приглас со своего аккаунта. Вот он, мой аккаунт. Поэтому, ребятки, всем вам желаю удачи, и да, в этом ролике снова же будет для вас челлендж, ребят. Если мы с вами под этим роликом наберем 10 тысяч лайков, тогда следующая прокачка будет на 20 тысяч цешек, а если мы с вами наберем каким-то чудом 15 тысяч лайков, тогда следующая прокачка будет на 24 тысячи юцешек. Все это зависит от вас. Ну а прямо сейчас мы с вами переходим на сайт, где будем выбирать победителя. Всем желаю удачи. Так, ну что ж, ребятки, мы с вами переместились на сайт, где мы с вами всегда выбираем победителя. Как вы знаете, у нас прокачка на 16 тысяч цешек, да? Но если бы мы набрали 10 тысяч лайков, то тогда она должна была бы быть именно 20 тысяч цешек. Я решил, что все-таки 300 лайков это не так уж и критично, поэтому прокачка будет на 20 тысяч юцешек. И, ребятки, обязательно прожимайте свой царский лайк, потому что если вы прожмете лайк, от этого зависит, конечно же, следующая сумма, которая будет закинута на аккаунт победителя для прокачки. А этим победителем можете быть вы, поэтому обязательно прожмите лайкосик. Ну и да, обязательно указывайте, пожалуйста, айдишку именно в комментариях, не где-то там в описании и так далее, ребятки. Именно в комментариях, чтобы я мог вам кинуть приглас друзья, чтобы вы не попались ни на каких именно мошенников. Поэтому, пожалуйста, оставляйте айдишку в комментариях. Погнали выбирать победителя. Let's go. Всем удачи, поздравляю, Ghost. Ну, давайте посмотрим, если Ghost. Так, каналы где? Вот каналы. О, вот он и я. Окей, давайте кидать приглас Ghost'у. Так, ну что ж, мы с вами вернулись на мой аккаунт. И давайте кинем приглас парнишке. И у него будут ровно 24 часа на то, чтобы принять этот приглас. Ой, ну тут прокачка вообще очень даже нужна, ребятки. Прям очень даже нужна. Окей, тогда кидаем приглас парнишки и ждем ровно 24 часа. Время пошло. Ну а пока мы ждем, чтобы победитель принял приглас друзья, хотел вам напомнить, ребятки, что если вы хотите пооткрывать какой-то кейсик или покрутить рулеточку, да, которые, к примеру, нам скоро должны обновить именно там со вторжением, и не знаете, где приобрести юцешки, тогда, ребят, обращайтесь в мой магазин юцешек. Самый лучший магазин на планете с самыми фартовыми юцешками. Ссылочка есть в описании. Переходи, покупай быстро, выгодно, оперативно и гарантированно. Мы работаем круглосуточно. Ну что ж, ребятки, спустя несколько часов победитель принял приглас. Давайте его пригласим и, в принципе, поговорим. Так. Алло. Привет. Здорово. Да, как тебя зовут? Серега. Серега, сколько тебе лет, Серега? 18. О, поздравляю, поздравляю. Серега, ну ты понял, что ты выиграл прокачки? Да, конечно. Хорошо. Ты видел пост в телеге о том, что выбрали победителя, или просто так увидел запрос в друзьях? Я увидел то, что ты опубликовал запись, что проверяйте заявки в друзья. Угу. И проверил, и нашел, да? Да. Окей. Какие есть, Серега, предпочтения? Что бы ты хотел, чтобы пооткрывали на твоем аккаунте мы? Ну, наверное, ящик удачи, третий в списке. Там, mm-hmm. где АВМ «Радужный дракон». Окей. Okay. Оттуда желательно хотелось бы Авик и Узик с коряком. И ящик «Душевой» на Бизон. А mm-hmm. дальше на твое усмотрение. Спустя сутки танцев с бубнами, наконец-таки я попал на аккаунт победителя. Это было сложно, но мы это сделали. Вот его аккаунт, ребятки. Играет он, в принципе, недавно, да, там на годик, как вы видите. Но, в принципе, играет неплохо, да, можете посмотреть на пустоте. В принципе, играет хорошо.
Давайте быстренько чекнем, что у него на аккаунте интересного есть. Да, в принципе, ничего. РПшные мифики и ранговые мифики, да. Плюс еще вот такой вот костюмчик. Также по головным уборам, то есть по шлемам вы видите, да, головные уборы тоже РПшные. Очечки, маска РПшная. Ну, в принципе, ничего такого здесь сверхъестественного нету, да. Есть ледничок, который он попросил именно, если получится, прокачать именно до килчата хотя бы. Хотя бы, да. И, в принципе, все, ребятки, здесь больше ничего интересного у нас нету. Поэтому прямо сейчас погнали. Давайте попытаемся выбить именно по годноте, во-первых, кучу материалов. Ну, чтобы прокачать ледничок, да. Плюс к этому он попросил еще забрать именно мифик. Мифик из Мифик Forge. А именно стильный убийца, да, он не захотел именно золотой костюмчик, а захотел именно тот мифический костюмчик. Так что погнали, пожелайте удачи, ну а мы начинаем. Ну и да, он попросил оставить еще ВЦшек на РПшку, да, ну там 500 ВЦшек. Так, кейсики вот эти мы с вами будем открывать, и будем, конечно же, с Бизоном открывать, попытаемся и там надыбать материалов. Так что пожелайте удачи и погнали. Я целые сутки к этому шел, так что давайте, игра, пожалуйста, не разочаруй меня. Что-то вкусное. Ничего, окей, ну это первая десятка. Вдруг во второй будет лучше. Давай. Здесь, в принципе, нужно все, что упадет, все хорошо. И АВМки нету, и коряка нету, и берсты нету, ничего нету. Давайте с пропуском попробуем, что ли. Костюмчик. И давайте еще раз пропуском попробуем. Материал. Первый материал имеется. Хорошо. Нужно еще 8 штучек для того, чтобы прокачать до килчата ледничок. Надеемся и ждем. Так, я тебя понял. Мы дошли до гаранта. Мы дошли с вами до гаранта. Давайте откроем его сразу, посмотрим, что тут интересного дропнется. Ну-ка. Краска. Краска, в принципе, тоже нужна. Для прокачки, да? Но лучше был бы материальчик. Давайте теперь здесь попробуем также именно 5 десяток открыть. Материал, хорошо. Еще 7 материалов нам осталось, правильно? Да. Ну, в принципе, шансы есть. Мы еще нужно, нам нужно еще зайти посмотреть, если можно купить один материал. Так. Вторая десятка пустая. Давай третья. Тоже пустая, я тебя понял. Давай четвертая. Тоже пустая. А, нет. Бизончик упал. Ну и давай пятая, тоже бизончик, и это будет материал. Это будет очень даже хорошо. Но то, что бизон упал, это хорошо, потому что повторочка, вы знаете, ребятки, это материал, да? К примеру, если нам сейчас повезет из гаранта забрать именно бизончик, это будет материал. Но нет, нам не повезло. Окей, так, у нас остались еще 15 тысяч, да? Давайте вернемся в этот ящик. Попробуем еще две десяточки, потом пойдем Мифик Forge крутанем. Сколько там нам понадобится вообще? Так, костюмчик. Я тебя понял. Давай с пропуском один раз. Все, я понял. Этот кейс с пропуском нет смысла открывать. Идем дальше. Следующая десяточка. Ну-ка. Костюм опять. Давай материал. Еще ни одной пушечки не упало, что самое интересное. Опять костюм, серьезно? И давай еще и в пятый тоже костюм, вообще будет бомба. Ну-ка, давай. О, сковородка. Слушайте, сковородка это хорошо. Сковородочка это имба. Я ее в свое время за очень дорого выбивал. Я знаю, что многие хотят себе сковородочку, потому что она прям очень бомбезная. Да ё-моё, что с этой краской, а? Ты будешь делать? Так, погнали, давайте посмотрим здесь у нас, что получится забрать. Заходим сюда. Так, он гарантов не забирал, ничего не забирал. Сколько у нас стоит вообще... Стоп, не здесь, где? Вот. Сколько он стоит? 10 кристалликов, да? Ну окей, погнали. Я думаю, с пропуском будем открывать, чтобы не затягивать. Так, окей, где тут пропуск? Во. Поехали. Кристаллики есть? Нет кристаллика. Нет кристаллика. Опять, о, скорылька, нормально. Давай кристаллик. О, два кристаллика, хорошо. Так, нужно еще 7 получается, да? Стоп, у нас еще есть гарант. Так, ну-ка, подождите.
У нас еще вот здесь гарантик есть, да? Вот он, забираем. Это тоже забираем, говорю. Окей. Так, у нас 4. Еще 6 нужно. Ну, поехали. 5. Давай. У-ху-ху-ху-ху, хорош. Хорош. Давай, 2 кристаллика осталось. Давай еще в одной 5-2 просто поставь и все. Спасибо. Так, еще один остался, правильно же я понимаю? Да, один остался. Давай. Ну давай. Есть. Еще и шлем мифический. Ху-ху. Сюда, нормально. Так, и заходим вот сюда и забираем прекрасный костюмчик стильный убийца. На базу. Хорошо. Ой, как хорошо. Теперь возвращаемся обратно. Хорошо. Так, давайте посмотрим, если он покупал... где тут у нас? Я уже забываю, где этот ящик. Нет, он не покупал материал. Забираем. Еще один материальчик. Хорошо. Так, сколько у нас материалов на данный момент? 3 материала, да? Нужно еще много. Еще много нужно. Не знаю, пробовать эту рулеточку или здесь, потому что здесь бизон дропался уже и шансы есть побольше. Давайте эту попробуем. А давайте по одной будем тут открывать и одну там. А чё нет, давайте попробуем так. Материальчик, хорошо. Так, уже 4 у нас есть, да? Теперь идем сюда. Открываем тоже один разок, ну-ка. Давай и здесь материальчик. Головной убор. Давай материальчик. Нет. Здесь более жадный ящик какой-то, честно. Ну, я не знаю. Здесь и бизон упал, и материальчики падают. 2 материала мы только отсюда достали, оттуда всего лишь один. Давай бизончик еще. Так. Качаем за одну арпеху. Нормально. Идем дальше. Давай, 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 что-то. Да какой костюм бота, ты серьезно? Костюм бота, нормально. Да можно даже и повторную сковородку, если честно, я бы не отказался. Пусть будет, это будет тоже дополнительный материал. Так, опять пустая. Опять пустая. Что-то с этими кейсами не то. Вон, видели, как из рулетки Mythic Forge? И шлем забрали, и костюмчик. И вообще вышло это, ну, в копеечке там падало по 2 кристалла. А здесь, смотрите. Здесь просто пусто. Просто пусто. Я уже думаю, что буду докручивать им, на какой из ящиков именно. Потому что, ну, тот вообще ничего не дает. Ну-ка, давай материал. Слушайте, может, эта тактика не работает? Давайте здесь еще раз откроем тогда. Даже пропускать не буду, ну-ка. Давай. Давай материал. Шлем. Нам мифический упал. Зачем нам шлем? Так, ну и давай из гаранта, пожалуйста, материальчик. О, хорошо. Спасибо. Так, возвращаемся сюда. И здесь тоже докручиваем. Поехали. Не, ну я верю в этот кейс. Он должен что-то цепануть. Не знаю, почему я в него верю, конечно. Но я верю. Давай. Ничего вообще не дал. Так. Ну давай из гаранта тогда что-то. Узишка. Узишка неплохо. Узишка неплохо. Так, ну и по факту нам осталось 2000, мы можем их здесь потратить. Если что, я ему там докину на РПХ, не вопрос. Серьезно. Мифик. Серьезно. Нам нужны материалы, нам не нужен этот мифик. Мы выбили уже мифик, который мы хотели. Вот эта игра просто издевается. Вы помните, я этот кейс открывал на своем аккаунте? Там мифик ни один не упал. О, берста сюда. Хорошо. Так, нам хватает еще на 2 прокрута или нет? На 1 нам хватает, окей. Но нужно добить до гаранта все-таки. Давай. Материал, хорошо. Сковородка, еще материал, хорошо. Так, сколько у нас там материалов? Инвентарь. 7. Ну, в принципе, он говорил до 3-го хотя бы уровня, я говорил до 4-го, чтобы было килчатик. Но до 3-го уже хорошо. Давайте попробуем все-таки докинем, крутанем еще одну десяточку, да? И после этого еще и гарант заберем. Может быть, нам повезет и заберем все-таки материальчики. Так, ну что ж, ребятки,
закинули еще немножко ЮЦ-шек, именно так, чтобы можно было крутануть еще раз десяточку, и чтобы ему остались, как он просил, именно на следующую неделю еще ЮЦ-шечки. Ну давайте, надеюсь, дропнется материальчик, потому что нужно всего лишь два материала. Скорпион, серьезно. Упала пушечка. Хотели материал, упала пушечка. Сколько мы ему уже пушечек выбили? Берста, скорпион, узишка, сковородка. Нормально. И АВМ, серьезно, он хотел АВМ. Не, ну я думаю, он будет доволен, ребят. Мы выбили берсту, АВМ, сковородку, узишку, скорпион. Все, ну почти все, кроме корячка. Не, ну это как бы, сами понимаете, это достойно, конечно же, вашего лайкосика. Надеюсь, вы его прожали. Ну и теперь давайте зайдем сюда, где у нас тут ледничок. Он просил именно его прокачать. Давайте, насколько нам хватает? На 3 уровня хватает? Да, особый эффект и продвинутый уровень. А до следующего ему нужно еще 2 материала, до килчата. Ну, в принципе, это, конечно же, вот он сможет себе прикупить именно материальчик на следующей неделе, да? Ему остались ЦЭшки. Ну и, может быть, ему еще как-то дропнется. В общем, я считаю, что прокачка, ребятки, удалась. Потому что, во-первых, мы ему забрали мифик прекрасный. Нам дропнулся еще один мифик, неожиданно, да? Выбили ему шлем мифический, на секундочку. Что ему еще упало тут именно интересненького? Какие-то головные уборы, но окей, они не считаются, это ну, такое себе, да? Хотя, смотрите, головные уборы и плюс к этому еще самое важное, это, конечно же, ребятки, пушечки. Смотрите, берста прокачиваемая, раз, скорелька еще, а, еще и скорелька мы выбили ему оттуда, хорошо. Дальше, что у нас еще? АВМ-ка, он хотел АВМ-ку, он просил АВМ-ку, пожалуйста, АВМ-ка на базе. Идем дальше, что у нас здесь, СКС-очка любовная, ну это он уже сам разберется. УЗИшка, вот, УЗИшка еще мы ее выбили, да? И Скорпион даже мы ему выбили, это вообще бомба. Короче, много годноты, ребятки. Я надеюсь, это достойно, конечно же, вашего лайкосика. На этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам показать и рассказать в сегодняшнем видосе. Если видосик понравился, был интересным, обязательно поддержите его своим царским лайком. Также, если вы хотите участвовать именно в розыгрыше, ребят, не забывайте выполнять условия, да? Все условия, конечно же, максимально просты. Подписка, лайк, комментарий. Ну, вы, я уже говорил в самом начале. Поэтому участвуйте, выполняйте условия. Всем желаю удачи. На этом, в принципе, все. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дрим. Всем топ-1.